Рука затекла. Эти часы мне еще отец подарил. Помни, говорит, сынок, время наш друг и время наш враг. Друг всегда рядом идет, а враг старается успеть на финиш первым. Дарю тебе, говорит, чтобы ты знал, где твой друг, а где твой враг. С тех пор они всегда со мной. И неважно, какие у тебя часы. Главное, кто рядом. Не буду больше задерживать ваше время. Если я устраиваю вас на должность, я готов выйти на работу хоть завтра. Со своим другом. Ну что, боец? Теперь об этом все узнают? Я ведь молчать не буду. Все расскажу. Все расскажу, как было. Как людей выводил, как стрелял. Что мне будет за это? Это не твое дело. Понял? Не твое дело.